И вот если нравится звук тебе езды, вот этот блядь, едешь, как будто дрочишь, блядь. Интересно у тебя сравнение. Не, ну ты, как будто ты с педаль газа постоянно вот так вот дрочишь, так. Слышишь? По-моему, обычно с Жигули. Это в медгидравлике. Не-не, тут вообще-то движок из Жигуля вытащили и вставили в американский мрап. По такому ТВ не расскажут. Он не поехал бы. Ну как, Питер, едем. Потому что надежнее Жигуля еще машину не придумали. Ну как же, блядь. А УАЗик? Ты вначале думай, потом говори, а ТАСС? Норма, ё! Нету стабилизации, ты понимаешь? И что, мы прямой ехали.